Слышал ли ты и слышали наши уважаемые зрители о с флагманом морского флота крейсером «Москва»? Ну вот все пишут про это «Москва», скажите. Какая-то неожиданность. Неприятно. Что за неожиданность? Что там случилось? Что это такое? Сильно горит. Сейчас прямо горит? Прямо сейчас. А штормовое море, неизвестно, удастся ли им оказать помощь соответствующую. Там 510 членов экипажа, не можем понять, что произошло. То ли два матроса покурило не в том месте. Так. То ли нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности. Им как-то не везет. А он где сейчас находится? Он в бассейне чего? Как Белгороду не везло, так в Москве не повезло. В бассейне Черного моря. Хочу сказать, что это тот корабль, которого посылали нахер. Там нахуй, прямо скажем. Это именно этот? Это именно он стрелял по защитникам, там флагман.